Волжская академия водного транспорта оценивает потери судоходных компаний на участке Городец-Нижний Новгород примерно в 1 миллиард рублей. Государство в целом 20 миллиардов рублей. Выход из ситуации – подъем уровня Чебоксарской ГЭС или строительство низконапорного гидроузла в Городце. Представители власти отреагировали на жалобы предпринимателей, торгующих на улице Большая Покровская. Власти пообещали, что работу никто не потеряет. Однако договор будет продлен только после решения основных проблем. Речь идет о нелегальной торговле, контрафактной продукции и внешнем виде торговых площадок. В Нижнем Новгороде каждый четвертый таксист работает незаконно. Такую статистику сегодня представил руководитель Нижегородского УФАС. В ближайшем времени, возможно, будет создана так называемая «хартия поведения» на рынке такси. Ситуация с легальностью работы таксистов обострилась после того, как организаторы «Alpha Future People» подали иск на компанию «Сатурн». 16 июля в Пензенской и Нижегородской областях состоялось торжественное закрытие второй смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». Крупный российский туроператор «Нева» приостановил свою деятельность из-за финансовых проблем. На данный момент около 6 тысяч российских туристов находятся за границей по путевкам от туроператора. Однако нижегородцам бояться нечего. Как выяснилось, нижегородская турфирма «Нева НН» никакого отношения к банкротству туроператора не имеет.